Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про методики розвитку любові до читання, а також розглянемо неочевидні питання фільму «Джокер». В нашій студії дослідник з питань психології, історії та кінематографа В'ячеслав Мироненко. Вітаю вас. Добрий день. В'ячеслав Мироненко закінчив Національний університет юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Юрист, дослідник масової культури і філософії постмодернізму, лектор, письменник, автор курсів. Одружений. Улюблена книга Деміан Германа Гессе. Улюблені режисери Стенлі Кубрик, Андрій Тарковський, Ларс фон Трієр. Улюблена страва – борщ. Хобі – колекціонування історій про паранормальні явища. В'ячеславе, добрий день ще раз. Тож, ви проводите дуже багато лекцій, курсів і, окрім іншого, на тему любові до читання та як полюбити читання і зробити його звичкою, так? І це курси не для дітей, я так розумію, а саме для дорослих. І для взрослих, і для дітей. Ага, тобто і такі, і такі. Ви пропонуєте методики розвитку любові до літератури і читання. Розкажіть про них. Ну, это не совсем методики, и у меня каких-то авторских методик нет, и я думаю, что, в принципе, в контексте чтения это будет немного академично и скучно, как для зрителей, так и для тех, кто вообще хочет читать. Самый главный принцип вообще в развитии любви к чтению – это интерес. И, конечно же, в данном случае работать с детьми намного легче в этом плане, чем уже работать со взрослым человеком. Ребенок, он у нас более открытый миру. Он еще только формирует свой интерес. И когда мы говорим о формировании интереса ребенка, конечно же, главными векторами направления воспитания в данном случае есть, с одной стороны, родители, с другой стороны, уже школа, учитель литературы. И когда мы понимаем интерес ребенка, когда мы осознаем, чего действительно ему хочется в тот или иной момент времени, мы можем подвести его так или иначе к чтению, поэтапно, постепенно. Если мы говорим уже о взрослых людях, о сформировавшихся людях, здесь, конечно, все намного сложнее, потому что интересы уже сформированы, и если человек не читал, то очень трудно его направить, скажем так, на путь любви к литературе, но при этом можно попытаться, можно попробовать, и к тому же мы должны понимать, что любовь к чтению, любовь к тексту как таковому – это же не только книжка. У нас есть и кинематографический текст, у нас есть и живопись, и у нас даже, извините меня, есть и компьютерные игры, которые тоже в современном мире становятся настоящим текстом. Они формируют большие истории и дарят нам такие интересные эмоции, которые может нам не подарить книжка. Если мы берем компьютерную, если мы берем компьютерную игру, то там может быть несколько концовок. Эти концовки могут у вас формироваться, соответственно, даже не из-за какого-то определенного выбора персонажа в сюжете, а просто-напросто из-за манеры игры, из-за тех или иных действий они могут даже формироваться. И таким образом компьютерная игра в данном случае становится настоящим текстом, который становится очень конкурентоспособным даже с литературой и с кино. Але ж українці взагалі не дуже читаюча нація, так? І от за статистикою кінця 19-го року більше половини українців взагалі не читають. Ну, взагалі, як навчитися формувати свій книжковий кругозор, так, і пізнати свій істинний літературний смак? Ви про це також розповідаєте на лекції. Так, звісно, але треба ще тут розуміти один момент. Ми робимо дуже песимістичні прогнози. От ми говоримо о кінці 19-го року, давайте подивимося на кінець 19-го століття. Да? Який процент населення був читаючий, який процент населення взагалі мог щось прочитати, був знаком з грамотою. Да? Це, наприклад, якщо в Совєтському Союзі у нас будет так называемый ликбез, потому что ликвидация безграмотности была одним из приоритетов работы в сфере образования. То есть не было читающего населения. Чтение, литература, культура была приоритетом элит. Это была
что-то очень-очень-очень исключительное в то время. Конечно же, в 2019 году во всем мире, в результате глобализации, в результате того, что уровень образования вырос, уровень информационных технологий вырос, на самом деле образованного населения стало больше. Но это образованное население также начало считывать нужную ему информацию с разных источников. И книги, и книжная цивилизация, она начала отходить немножко на второй план с развитием интернета и так далее. Это не значит, опять же, что люди не читают и не считывают необходимый им текст в интернете. Безусловно, интернет нам дарит очень много возможностей. Да? Но если мы говорим о классической традиции, если мы говорим о чтении, конечно, проблемы в этом направлении у нас имеются. Вопрос в том, как это все исправить. Ну, этот вопрос глобальный на самом деле. Здесь не столько нужна какая-то методика, столько нужна вообще реформа системы образования, которая подталкивала бы, опять же, к развитию интересов индивидуума, к развитию его интереса к культуре, к литературе, и к точным наукам, и к техническим наукам и так далее. Вот. Чего мы на самом деле не наблюдаем. То есть это все остается у нас немножко на заднем плане, конечно же. З чого ви радите починати читання, так, дорослим людям, тим, які взагалі не читають? Ну, опять же, все зависит от интересов, конечно же. Да. Во-первых, это не всегда обязательно должна быть книга. Это может быть у нас кино, это может быть у нас, опять же, компьютерные игры. Ну, вот я вам приведу банальный пример. У меня один из моих коллег, юристов, да, он очень любит игру танчики, так называемые, да, вот эти онлайн, World of Tanks, да. Вот. И если мы возьмем с точки зрения анализа вот его личностных интересов, да, то здесь как раз-таки есть чем подцепиться. Потому что, общаясь с ним на эту тему, развивая эту тему, я выяснил его очень явный интерес к истории. Да? Вот давайте начнем, например, с исторического романа. Да? Потом с исторического романа можно перейти на фэнтези и далее раскручивать все это вплоть до классической традиции. Если это мы говорим о ребенке, конечно же, здесь все намного интереснее. Дети сейчас в гаджетах, дети сейчас в телефонах, в компьютерах приставка и так далее, и так далее. Здесь также родитель не должен упускать все эти моменты. Он должен интересоваться своим ребенком. Он не должен говорить, что, дескать, ты ерундой занимаешься, потому что для ребенка родитель до определенного момента чуть ли не божество, чуть ли не настоящий бог. Да, и как он скажет, так ребенок все это и запомнит. Если вы обратитесь, опять же, к своим детям, к их интересам, вы можете понять, в каком направлении вам идти. Например, вот недавно, очень совершенно недавно, была волна популярности вот этих девичьих романов о вампирах. Да, все Стефани Майер, «Сумерки», вот так, эти так. Все и так далее. Да? Вот. Отсюда и нужно начать плясать. Если ваш ребенок захотел читать книжку, да, пускай читает эту книжку, а дальше подсуньте ему что-то более сложное на этом направлении. Пускай это будет, допустим, Энн Райс, да, готические романы о вампирах 20 века. Да? Там вот эти все «Вампир Листат», «Интервью с вампиром», покажи ребенку фильм с Брэдом Питтом, с Томом Крузом, интервью с вампиром, а дальше вы пойдете на Брэма Стокера, а дальше вы пойдете на Байрона и так далее, и так далее. Вы просто сформируете интерес ребенка. Ребенок очень жадно хватает всю информацию, да, но ему нужна более легкая форма для начала, конечно же, да, и в дальнейшем он может развить свой интерес к чтению. Звісно, у мене 5-річна донька, і коли ми подивились в кінотеатрі «Крижане серце», після цього, звісно, купується така ж сама книжка. Конечно. Коли вона любить котиків, то, звісно, книжки з котиками, вони приносять більше захоплення і задоволення, ніж інше. Конечно. То з цим згодна з вами. От, до речі, ви пропонуєте прочитати будь-який з переліку творів, і саме пропонуєте Стівена Кінга перед лекцією вашою і Анджея Сапковського. Чому саме ці книги? Скажіть, будь ласка. Ну, смотрите, Стівен Кінг вообще на самом деле это автор, который уже несколько десятилетий действительно Кінг. Згодна з вами, я ще в підлітковому віці починала читати. Стівен Кінг это то, з чого би я рекомендував вообще начинать літературу, в принципі, базово, да, особенно для ребёнка для подростка, потому что если вы читаете Стівена Кінга, вы, во-первых, знаете, что нужно дать ребенку, что пока нужно придержать. Это во-первых. Во-вторых, там у него есть такие потрясающие рассказы, которые просто необходимо читать как взрослым и детям. Стивен Кинг – это очень уникальный автор. На самом деле этот автор работает на какой-то вот рубеже, на какой-то границе массовой элитарной культуры. Он, с одной стороны, дает вам какой-нибудь очень раскрученный бестселлер, который раскупит миллионы и миллионы людей. Да? Но, с другой стороны, он закладывает такие смыслы, такие подтексты в свои книги, которые достаточно
недостойны на самом деле классических произведений. Я как-то читал лекцию по Стивену Кингу еще где-то года два назад по поводу его связи с традиционным романтизмом, с американским романтизмом 19 века, где Кинг в своих произведениях явно показывает, что он вот из этой когорты, он продолжает эту традицию, продолжает весьма успешно. Если говорить о Сапковском, конечно же, это автор фэнтези, да, то есть мы могли бы почитать Толкина, мы могли бы почитать даже ту же Джоан Роулинг, это тоже все очень хорошая литература, Толкин вообще это уже, на мой взгляд, стал столпом всей литературы 20 века, да, хотя это все-таки массовая беллетристика, как ни крути. Джоан Роулинг тоже потрясающий автор. Но почему я выбрал Сапковского? Во-первых, потому что мне нравится его стилистика, а во-вторых, потому что его фэнтези, в отличие от Гарри Поттера или Властелина колец, оно мне слегка напоминает фэнтези того же Джорджа Мартина. Но Мартина перед лекцией читать целый цикл – это очень много. А Сапковский, его сага о ведьмаке Геральте, она читается буквально за сутки, если у вас есть на то очень большой интерес, оторваться невозможно. Это действительно очень интересный автор, который подает нам литературный текст не с точки зрения добра и зла, да, а скорее с точки зрения постмодернистской. Это так и есть, оно так и называется, постмодернистская фэнтези, темная фэнтези. И в этом плане, конечно же, и его литературный текст, и игры, сделанные по его книгам, они потрясающие. Ну, сериал мне не очень понравился, но в то же время игры и его литературные произведения, они достойны внимания. Так, зрозуміло. Ще дуже хочеться поговорити так більш детальніше щодо вашої лекції, яка відбулася, я так розумію, нещодавно, десь тиждень тому. Лекція під назвою «Джокер. Сміх як руйнування і радикальна трансформація світу» по фільму «Джокер», який отримав дуже багато нагород. І взагалі, от, що розглядали на цій лекції? От ви кажете про неочевидні питання, так, по цьому фільму. Розкажіть. Да, ми говорили о том, що таке вообще, в принципі, культура. Конечно же, фильм «Джокер», он стал огромным резонансом в наше время. Да, это, с одной стороны, популярный фильм, с другой стороны, он вызвал такую волну негодования среди особенно консервативного населения, европейского и американского общества. Да. Но в то же время мы говорили о культуре. Мы говорили о том, что «Джокер» как произведение, как феномен, как образ, он присущ этой культуре. И, конечно же, культура сама по себе, она не может существовать вне так называемого сакрального, священного насилия. Да? С насилием культура обращается всегда. Она обращается к ней самой древности, самого ее начала. Да? То есть мы вспомним значение слова культура, его этимологическое значение. Да? То это обработанная плугом земля. То есть культура начинается с насилия над землей, когда человек приспосабливает окружающий мир, окружающую действительность под свои нужды и создает уже для себя новый, ранее которого никто не видел, пласт на самом деле, да. И фильм «Джокер» в данном случае, он просто продолжает эту традицию насилия в культуре. Да. То же самое насилие мы увидим и в древнегреческом эпосе у Гомера. То же самое мы увидим и в Колизее, в Древнем Риме. Да. То же самое мы увидим и у классических авторов, потому что, например, если мы возьмем того же Фауста, Гёте, или еще интереснее «Страдания юного Вертера», роман Гёте, да, то мы вспомним, что на самом-то деле этот роман вызвал огромный резонанс. Да? То есть после того, как были изданы «Страдания юного Вертера», романтически настроенные молодые люди массово совершали самоубийство. Да? И в данном случае, конечно же, предъявлять претензии к создателям фильма «Джокер», мол, дескать, человек насмотрится и пойдет что-то делать нехорошее, да? Ну, таким же образом мы можем предъявлять претензии к Гёте. На самом деле здесь все немножко по-другому. Это культурное произведение. Но «Джокер» не является пропагандой насильства. Нет, «Джокер» не является пропаганда насилия вообще. На самом деле, просто мы привыкли рассматривать все это так немножко под такими острыми углами. Да? Мы смотрим на насилие на экране и считаем, что это насилие на экране спровоцирует какие-то негативные моменты в обществе, спровоцирует кого-то на конфликт. Да? Хотя, если посмотреть сам фильм «Джокер», режиссер недвусмысленно нам показывает, что причины для этого насилия кроются несколько в иных формах. Да? То есть этот человек, он совершает насилие не потому, что он посмотрел что-то, да, на экране. Так, звісно. Конечно. Там внутрішні обставини, да, там и его внутренние обстоятельства. Конечно, там и социальный конфликт происходит, да. Бунт этот происходит, ну, по сути своей в этом фильме не из-за Джокера,
а по совершенно иным причинам. Он происходит там параллельно, да. И режиссер это все наглядно показывает. Но при этом общество, зритель реагирует несколько неоднозначно на все это. Ну, на мой взгляд, конечно же, это обусловлено тем, что люди у нас не привыкли, ну, скажем так, правильно смотреть кино, да. То есть надо учиться смотреть кино так же, как мы учимся читать. Конечно же. И нам нужно повышать собственный уровень культуры и образованности, чтобы понимать до конца, о чем нам говорит режиссер, не только буквально, но и с точки зрения языка кино. Конечно же, язык кино очень важно изучать, чтобы понять до конца эти фильмы. И ведь не зря, посмотрите, не зря этот фильм не взял Оскара, но при этом взял «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. А признание на таких вот европейских кинофестивалях, как Канны и Венеция, это уже говорит немножко о другом уровне кино. Это не массовое кино. Это не совсем, скажем так, такой американизированный, популярный попкорновый формат. Все ожидали «Джокера», ну, как блокбастер, да, получили фактически так, соціальну драму, чуть ли не авторское кино. Конечно. Ви дуже цікаво в лекції розповідаєте про два пласта паралельного оповідання. Угу. Так? Це як індивідуальний і колективний план. Угу. От розкажіть, будь ласка, що деякі люди гадають, що це помилка сценариста і режисера, так? Що немає зв'язку, а тут взагалі не про зв'язок. Розкажіть, будь ласка. Конечно. То есть я помню, смотрел опять же видео на YouTube, канал «Кінокритика» Ілля Бунін. Я всім рекомендую, на самом деле, канал очень интересный, если хотите послушать про новинки кино, стоит ли, не стоит ли смотреть как тот или иной фильм, да, вот, но в то же время вот сам Илья, он обозначил, что есть логический провал, почему толпа, реакция толпы, она столь однозначна и нелогична на реакции самого главного героя, то есть из-за того, что каких-то условных троих людей кто-то там убил в метро, бунты не поднимают, да, на самом деле здесь все гораздо сложнее, здесь у нас есть пласты повествования, здесь у нас есть определенные виды монтажа. Да, у нас на первый план выносится история главного героя. Но в то же время у нас происходит параллельный сюжетный скачок, сюжетные события, которые как бы отражают процесс его внутренних борений, переживаний. Да, то же самое происходит и в обществе. Да. То есть здесь показано все не с точки зрения сюжетной, не с точки зрения построения истории, а скорее с точки зрения отражения двух историй друг от друга. Да. И как в конце они сливаются воедино, как в конце они чувствуют друг друга, как толпа чувствует его, а он чувствует толпу. Да? То есть это просто обоюдный процесс на самом деле. Ломки, трансформации главного героя, прихода его к самому себе, к осознанию своих, пускай радикальных, но все же желаний с одной стороны, и реализации вот так называемой коллективной трансгрессии, коллективного выхода за пределы самой толпы. Да? Когда это происходит, конечно же, вот происходит вот культурный взрыв. Да? И главный герой просто-напросто волей обстоятельств становится символом этого культурного взрыва. Он как вишенка на торте, как образ, как психологический образ, конечно же. Он уже не живой человек на самом деле, конечно, он символ. Хоча, звісно, там толпа не бунтувала б, так? Не робила ці мітинги через те, що хтось убив в метро. Конечно. Це конечно. Вийшло через те, що чиновник людей порівняв з клоуном. Да, так, просто із-за глупості. Он із-за глупості запустив этот процес, но затем этот процес становится неконтролируемым. Да. Если мы вспомним даже мировую культуру, мировую историю, сколько безумств происходило либо по глупости, либо вообще по непонятным причинам. У нас на рубеже Средневековья и эпохи Ренессанса, например, была так называемая несколько столетий эпидемия танцев, когда люди в каком-то странном безумии, вся Европа плясала, эта эпидемия распространялась на всю Европу, и люди либо танцевали до упаду или до смерти, отсюда будет, например, известный танец Тарантелла, да? Либо они танцевали на мосту, и мост мог просто обрушиться. Они могли весь день напролет на нем танцевать. Это и охота на ведьм. Это и крестовые походы, как настоящее безумие, да, и так далее, и так далее. И порой мы даже не знаем причин этого безумия, конечно же. Есть такая интересная книга, например, да, «Восстание масс» Ортега и Гассета, где он пытается разобраться, почему эти массы бунтуют. У нас есть Пьер Тириар де Трешарден, конечно же, да, его учение о ноосфере, которое говорит о том, что сама масса, сама материя, сама человеческая природа содержит в себе этот дух, который требует высвобождения. Да, и высвобождение происходит в разных формах. Это могут быть созидательные формы, разрушительные, деструктивные формы в виде революции. Да. То есть сам эмоциональный заряд, он
якобы по Пьеру Тьера де Шардену, уже находится в нас, как участниках этой массы. И единственный выход, который, например, я вижу, да, с этой ситуации, это научиться критически мыслить, научиться критически думать и повышать свой уровень образования, чтобы в какой-то определенный ответственный момент выйти из этого процесса, да, не допустить этот процесс хотя бы на индивидуальном плане. У главного героя, конечно же, происходит конфликт, у главного героя происходит помешательство, безумие. Да? То есть нам режиссер явно дает понять, что человек, ему очень трудно бороться с внутренними демонами, со своими психическими процессами, особенно если этот человек находится на задворках общества, и общество само дает ему такие интересные правила игры. То есть ему и так тяжело контролировать свои собственные процессы, общество еще подстегивает его к этому конфликту. Конфликт с самим обществом. Да, да. А взагалі, чи вдалося вам, так, ви розглядали цей фільм з різних сторін, і чи вдалося розкрити все ж таки цей образ, образ Джокера, і до кінця його зрозуміти? Сам образ Джокера, його понять до кінця невозможно. Це те, що Юнг називав архетипом, архетип Трикстера. Да? Коли ми говоримо об архетипі, тобто о базовій якоїсь моделі психіки, яка существує самої-самої древності в колективному бессознательному, опять же, по Юнгу, да? То ми повинні розуміти, что охватить все это разумом, охватить все это с точки зрения рациональной практически невозможно. Можно еще, конечно, прочувствовать на уровне эмоций, интуиции, когда вы смотрите фильм, фильм берет вас за живое. Отсюда магия кино, да, когда иллюзия заставляет вас верить в эту иллюзию, верить в реальность этой иллюзии. Да. Но этот образ, конечно же, очень сложный. Мне очень понравилась, конечно, конечная сцена Джокера, самая последняя, где он сидит уже в клинике, связанный по рукам и ногам. У него тот же самый доктор, что был и в начале, да, весь этот порядок снова восстанавливается, и он напевает вот эту песенку сына, Синатры, «That's life», «Такова жизнь», да, он поет эту песенку, и доктор задает ему вопрос, а что вы там поете, Артур? Он говорит, вы не поймете, да, вот, во-первых, вы не поймете меня до конца, во-вторых, вы, в принципе, отнесетесь ко мне с непониманием, то есть создатель фильма, он уже в самой концовке предопределил судьбу своего детища, вы все равно не поймете, отнеситесь к этому произведению не так, как оно на самом деле задумано. Остается лишь одно – думать, гадать, пересматривать кино и пытаться понять его. И взагалі це добре, коли режисер, так, автор, сценарист не взагалі лишає питання, так? Питання для глядача. Конечно, да. Когда у нас открытая концовка, у нас на самом деле очень многие жалуются, да, люди. То есть нужно все до конца закольцевать, завершить историю. Да. Но нужно, да, нужно, во-первых, оставить открытую концовку в принципе, да, чтобы мы могли подумать и погадать, в чем ее смысл. Во-вторых, все-таки не стоит забывать, что это кино голливудское. Это кино уже возымело популярность. Джокер обречен на сиквел, как ни крути, и не на один сиквел. Вопрос в том, какого качества будут эти сиквелы, о чем они вообще нам будут повествовать. Но увидим, посмотрим. Надежда есть, потому что если мы снимаем фильм по комиксам, снимаем вроде бы, казалось бы, по ожиданиям зрителей попкорновое кино, получаем на выходе авторское произведение, которое может быть не лучшее среди всех времен народов, но в то же время оно заслуживает на внимание кинокритика, да, то, конечно же, надежда есть, что сиквел будет какой-то очень-очень интересный. То, что он будет, я не сомневаюсь, конечно же. Вот. С «Игрой престолов» будет то же самое. Будем чекать, да. Так. Вы назвали все ж таки лекцию «Джокер. Смех. Як руйнування и радикальная трансформация світу». Да. Смех, да, что такое смех, в принципе, да, во-первых, этимологический смех связан с корнем, со словом смерть, да, то есть смех признаменует окончание чего-то старого, начало чего-то нового. Во-вторых, смех – это нарратив Джокера, это его эмоциональный заряд. Это то, что на протяжении всего фильма звучит сначала неискренне, затем в полную силу уже искренне под конец фильма, когда герой осознает себя. И это такой, знаете, нарастающий зов, когда вот мы… Трансформация героя. Да, как у Хемингуэя. По ком звонит колокол, да, то есть на самом деле это трансформация героя, которая как нарыв зреет все сильнее и сильнее по нарастающей, и когда этот взрыв происходит, да, вот, это становится точкой кульминации, конечно. Вообще, если мы говорим о смехе как о культурном феномене, тут очень интересно будет обратиться к тому же Пропу, да, к тому же Мирчелиаде, к тому же Лосеву, мифологам, религиоведам, которые рассматривали различные аспекты, тоже, в том числе и
смеха как ритуальной части, там, ритуальной практики, да, которая была необходима для перехода в иное состояние, как и происходит это и с Джокером, как это происходит и с толпой в то же время. Да, они переходят в иное состояние сознания, да, они переходят в другое измерение, как будто, да, они переходят в ту фазу, когда правила не работают. Да, и вот этот смех, как часть этого, так скажем, такого большого-большого ритуала, как часть большой коллективной трансгрессии, да, общества и отдельного человека. Это тоже, так скажем, символическая вишенка на торте, да, вот, которая знаменует наступление какого-то взрыва и перехода в иное состояние, конечно. Дякую вам за дуже цікаву розповідь. І ще маю одне питання. Ваше хобі, воно таке нестандартне, це колекціонування історій про паранормальні явища. Тож, розкажіть про це, які історії вже маєте в своїй колекції? Ну, смотрите, просто це зв'язано скоріше з моїм інтересом к літературі, скажімо так, путь терніс, но через тірні к зв'язкам стараюсь теж участвувати в цьому процесі. І, звісно ж, колекціонування таких історій, як от основа для потім прописання якогось сюжету, це дуже цікаво. І так вийшло, що со мною лично ніколи такі історії практично не відбувалися. Да, ну, разве що якісь психологические феномены, да, то есть если мы обратимся к тому же Фрейду и Юнгу, мы понимаем, что даже с научной точки зрения мир устроен намного сложнее, есть какое-то подводное странное течение, да, которое мы не понимаем и которое современная наука и техника не может объяснить, да, и так получилось, что в основном это случалось либо с моими знакомыми, либо с моими родными, да, вот, и я в силу, например, своей юридической деятельности, я вот очень хорошо понимаю вот историю, которую мне как-то рассказал папа мой, да, вот, когда он работал еще в органах внутренних дел только в начале 90-х. Например, да, у них был случай, когда человек с огромным количеством ранений, да, когда у человека головочка, извините, на нитке болтается, да, он бегает по квартире и ведет себя очень-очень-очень активно и агрессивно, да. И как это объяснить с научной точки зрения? Разве что выброс гормонов тех же, да. То есть порой в самых бытовых ситуациях заключаются вот эти странные моменты, ну не то, что паранормальной активности, а скорее просто странные моменты, явления нашей сути, нашей психики, природы в конце концов, да. Бывало, люди рассказывали, видели там и привидений, и так далее, и так далее. Опять же, верить или не верить, это вопрос такой. Вопрос вообще здесь, который становится центральным в вопросах какого-то так называемого трансперсонального опыта, как его определял Станислав Гроф, например, да, он заключен именно в опыте. То есть вопрос веры здесь не работает. Этот опыт личный и, соответственно, как и любой религиозный, мистический опыт, он имеет значение в первую очередь для человека, который произошел, а не для его окружения. Да? Это его личный опыт. А верить в него или не верить? Ну, можно верить, можно не верить, но историю интересную можно создать. Можно создать так, хороший для сюжет. Для письменника это очень важно. Да, конечно. Дуже вам дякую. Спасибо. И нагадаю, что в нашей студии был дослідник с питань истории, психологии та кинематографа В'ячеслав Мироненко. На все добре. Спасибо.